костяк. В жизни важен первый шаг. Слышишь, веют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весть летит во все концы, вы поверьте нам, отцы. Будут новые победы, станут новые бойцы. Милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути. И вновь продолжается бой, и сердце тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный отцов впереди. И Ленин такой молодой, и юный отцов впереди. Не стой снегопад, не летит зимний покат.
идущий в праздничном шествии. Ура! Председатель Федерации Тверских профсоюзов Сергей Львович Веренинов. Почетный гражданин Тверской области, дважды кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, кавалер Ордена Знак Почета. В 91-95 годах глава администрации Тверской области, впоследствии начальник Тверского почтамта, руководитель, на которого равняется молодое поколение управленцев, Владимир Антонович Суслов. Полный кавалер Ордена Трудовой Славы, один из лучших работников Калининского полиграфического комбината на протяжении более чем 30 лет, Вячеслав Иванович Клочков. Почетный гражданин города Твери, глава городского самоуправления в конце 80-х, один из тех людей, благодаря которому городу Калинину было возвращено историческое имя Тверь, Сергей Леонтьевич Киселев. Заслуженный врач Российской Федерации, главный внештатный онколог Тверской области, человек, спасший множество жизней, Инна Кирилловна Румянцева. Победитель конкурса «Учитель года 2018», учитель истории Центра образования номер 49, Юлия Викторовна Винокурова. Победитель конкурса «Воспитатель года 2018» Оксана Александровна Быкова. Заслуженный художник России, член Союза художников России, почетный академик Российской академии художеств Людмила Георгиевна Юган. Заслуженный тренер Российской Федерации Александр Васильевич Смирнов. Победитель всероссийского конкурса инженеров 2019 года Андрей Николаевич Бабунов. На площади спортсмены города Твери. Но спорт и мир. Впервые эти слова прозвучали в Стокгольме во время Олимпийских игр 1912 года. И с тех пор эта страна и зоны спорта стала девизом спортсменов в плане. Сегодня спортивная колонна представляет участников российского спортивно-культурного комплекса. Имена молодых тверичей, известных за пределами города и области, возглавляют молодежную колонну, лидеры объединений и движений города, победители региональных российских конкурсов, посты крупных компаний, представители молодежного правительства Тверской области. Молодежь Твери ярко, энергично является постоянным участником масштабных всероссийских акций. Культурный минимум, Георгиевская ленточка, Бессмертный полк и многие другие. Для реализации задач национального проекта образования в Твери активно развивается волонтерское и студенческое движение. Тверской государственный технический университет, флагман инженерного образования региона,
За годы своего существования политех подготовил около 78 тысяч специалистов. Сегодня в торжественном шествии, посвященном празднику весны, труда принимает участие делегация из Андреапольского района. Андреаполь – первый город в верхнем течении реки Западная Двина, один из самых живописнейших уголков Брестской области. Андреапольский район славится множеством озер и рек, которые придают природе нашего края необыкновенную привлекательность и располагают к отдыху. На территории Андреапольского района осуществляет свою деятельность Андреапольский фарфоровый завод, выпускающий 132 вида продукции. Андреапольский хлебокомбинат производит розлив и реализацию минеральной воды и лимонада Андреапольский. Деятельность предприятий района направлена на поддержание существующих мощностей, модернизацию производства, расширение существующего производства и выпуск новой продукции. Андреапольский район имеет богатую историю и приглашает всех желающих в гости. Образование Бешицкий район. В этом году Бешицк отметит 882-ю годовщину. В историю трудовой и ратной славы Бешицкого края вписаны имена 21 георгиевского кавалера, 16 героев Советского Союза, 7 полных кавалеров ордена славы, 17 героев социалистического труда. С Бешицкой землей связаны судьбы поэтов Серебряного века, государственных деятелей и ученых, поэтов. Это родина основателя Великорусского оркестра народных инструментов Василия Андреева. Продукция бежецких предприятий машиностроения, заводов автоспецоборудования. Бежецк-Сельмаш. Бежецкий опытно-экспериментальный завод хорошо известен за пределами Тверской области. Сильные позиции имеет агропромышленный комплекс Бежецкого района. 6-й год здесь реализуется инвестиционный проект «Коралл». Ура, товарищи! На площадь вступает колонна Вышневолоцкого городского округа. Жизненный девиз округа – все во благо и для людей. В первых рядах – почетные жители Вышневолоцкого края, работники сельского хозяйства, почетные работники образования, здравоохранения, культуры, спорта, транспорта, социальной защиты. За их плечами годы упорного труда на благо своей малой родины. Структурой промышленного производства края ведущими являются деревообрабатывающие, стекольные, текстильные промышленности. Колонии представители Вышневолоцкого НДОК руководитель Сергей Геннадьевич Филатов, Вышневолоцкий леспромхоз, Вышневолоцкий хлебо-хлопчатобумажный комбинат, Вышневолоцкая керамика. Весьегонский район – самый северный район Тверской области. Восточная граница проходит по акватории Рыбинского водохранилища, главной достопримечательности Весьегонска. В экономике района занято более 4000 человек. Развиваются производства пищевых продуктов «Весьегонский винзавод». Именно он производит плодово-ягодные вина и натуральные соки из клюквы и брусники. Производство лесной и деревообрабатывающей промышленности. Группа компаний «Лагуна». На этих градообразующих предприятиях ежегодно растет объем инвестиций в развитие производства и приобретение нового оборудования и техники. Успешно работает производство новой экологически чистой продукции. Развит питомник, где выращиваются саженцы ели и сосны для восстановления лесных массивов. В районе развивается туризм. В 2018 году проведен туристический фестиваль. Приветствуем делегацию Жарковского района. Жарковский район – замечательный уголок. В нем чистейшие реки и озера, прекрасные сосновые леса, воздух, настоящий аромат целебных трав. Жарковский район – активный участник программы поддержки местных инициатив. С праздником, земляки! Муниципальное образование Западно-Двинский район Тверской области расположено на юго-западе области, граничит со Смоленской и Псковской областями. История возникновения города Западная Двина связана со строительством Октябрьской железной дороги в конце 19 века. В районе более 70 озер, богатых рыбными запасами, живописные места, благоприятные для туризма, отдыха и охоты. Экологическая чистота территории подтверждена медалью победителя
всероссийского конкурса. На площади делегация Зубцовского района. Город Зубцов, город воинской доблести. Зубцовский район представляет почетные граждане Зубцовского района. Вайдер Ирина Павловна, Шатилин Виктор Васильевич и Глушков Александр Васильевич, председатель общественного совета района. Завертков Федор Иванович, депутаты поселений и представители предприятий района. Экономика района представлена крупными сельскохозяйственными предприятиями. Малого и среднего предпринимательства. Главным достоянием Зубцовского района являются люди, талантливые и созидающие, работающие на благо и развитие района. В праздничном шествии зато Озерный, населенный пункт на северо-западе Тверской области, окруженный бескрайними лесами и многочисленными озерами. Основанный в 30-е годы как воинская часть, обслуживающая авиации. Ура, товарищи! Делегацию самого маленького, но уникального муниципального образования Тверской области, закрытого муниципального образования, только солнечное, расположенного в самом сердце Тверской области, жемчужина озера Сельген. На площади делегация Кашинского городского округа. Впервые город упомянулся в 13 веке. Кашин является одним из древнейших центров православной культуры. 24 храма стояли вокруг главного собора города – Воскресения Христова. В праздничном шествии делегация Калязинского района. В этом году городу Калязину исполняется 244 года со дня присвоения статуса города. Калязинскому району 90 лет. Калязинский район – это территория здоровья. Здесь чистый воздух, благоприятная экология, огромное водное пространство из 13 рек. Это хвойные и лиственные леса, 14 объектов природно-заповедного фонда, источники минеральной воды. На площадь вступает колонна Калининского района. История Калининского района берет свое начало в далеком 29-м году. Сегодня в Калининском районе проживает более 50 тысяч человек. Муниципалитет уверенно смотрит в будущее. На территории района развиваются отрасли сельского хозяйства, промышленности, индустриально-торговые зоны. Строятся и ремонтируются детские сады, дороги. В домах жителей приходит газ. В составе делегации депутаты собрания депутатов Калининского района, работники администрации, работники культуры и спорта, здравоохранения, представители Совета общественности. На территории Калининского района важное значение имеют предприятия общественного питания. Отрасль представлена торговой сетью «Калининский», которая насчитывает 60 тысяч торговых предприятий. На территории района ведут свою деятельность около 2000 субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня во всех сферах экономики трудится более 20 тысяч человек. Прослеживается тенденция увеличения численности населения, занятого в экономике. На площадь вступает делегация Кисловодского района. Сельское хозяйство является значимой отраслью экономики района. Газификация района составляет 96%. Кисловодский район активно участвует в программе поддержки местных инициатив. Одним из приоритетных направлений в работе является работа с молодежью. Динамично развивается малое и среднее предпринимательство. ООО «ТСК» – градообразующее предприятие, крупнейшая строительная компания Тверской области. С праздником весны и труда, земляки! На площадь вступает делегация Кимрского района. Белогородское судоверф, промышленное предприятие по строительству кораблей, судов, плавучих конструкций, основанное в 1939 году, имеет своевременную современную производственную базу, что позволяет умело сочетать традиции с новейшими технологиями производства. Город Кимры всегда славился своими обувщиками. За сапогами в Кимры приезжали московские модницы 19 века. Сейчас проходит делегация из города Кимры. Кимры – один из древнейших городов Тверской области. Его история насчитывает почти 5 веков. Город всегда славился своими обувщиками. За сапогами в Кимры приезжали московские модницы 19 века. В праздничном шествии делегация Конаковского района. Сегодня Конаковский район – это одно из самых экономических.
компаний не только Тверской области, но и всего Центрального федерального округа. Конаковский район называют воротами в Тверскую область. На территории района реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. Это прежде всего проект «Большое Завидово», промышленные проекты агрофирмы «Дмитрова гора», создана особая экономическая зона. Четвертый год подряд Конаковский район занимает первое место в области. На площади делегация Краснополкского района. Муниципальное образование Краснополкский район расположен в северо-восточной части Тверской области. На территории района проходит железнодорожная магистраль Москва-Санкт-Петербург. В решении экономических и социальных задач значительную роль играет предпринимательство. Динамично в районе развивается потребительский рынок. В праздничном шествии делегация Кувшиновского района. Промышленность Кувшиновского района представлена предприятиями целлюлозно-бумажной, лесной, деревообрабатывающей, полиграфической, легкого и пищевой отрасли. Градообразующим предприятием города Кувшиново является Каменская бумажно-картонная фабрика. Это старейшее предприятие по производству бумаги, картона, гофропродукции и изделий из них. Дата основания предприятия – 1779 год. На площади делегации лесного района основной отраслью хозяйственной деятельности лесного района является сельскохозяйственное производство. Функционируют 4 крупных колхоза: «Ленинский путь», «Дружба», «Победа», «Авангард». В праздничном шествии делегация Лихославльского района. Лихославльский район агропромышленный. Это место, где рождается свет. Завод «Светотехника» является лидером по производству светильников для наружного и внутреннего освещения. Каждая 10-я лампочка в России произведена на Калашниковском электроламповом заводе. Ура! Лихославльский район – это центр и гончарного производства с древними традициями. Главная гордость района – его люди. Активно работают на территории района Совет ветеранов, молодежные советы, развито волонтерское движение. Мощную патриотическую деятельность осуществляют поисковые отряды «Исток». Лихославльский район – столица Тверской Карелии. Ура! На площадь вступает колонна Максатикинского района. Максатикинский район – муниципальное образование на северо-востоке Тверской области. Доминирующая роль в экономике района принадлежит деревообработке, а также производству пищевых продуктов. Сектор деревообрабатывающего производства представлен. Производственным кооперативом Максатикинский лесопромышленный комбинат, Максатикинский деревообрабатывающий комбинат, предприятие «Форекс». Пищевая промышленность района представляет Максатикинский маслодельный завод. Производством хлеба и хлебобулочных изделий занимается предприятие «Стимул». С праздником, земляки! Сегодня в торжественном шествии, посвященному празднику весны и труда, принимает участие делегация Молоковского района. В составе делегации почетные граждане района, труженики сельского хозяйства, представители общественности. Великая Отечественная война – особая страница в истории района. 8 молоковцев за ратные подвиги удостоены звания Героя Советского Союза. В праздничной демонстрации принимает участие делегация Нелидовского городского округа. В составе делегации представители предприятий, учреждений, общественных организаций, работники культуры и образования, члены молодежного совета, волонтерского движения, старейшее предприятие округа Нелидовский деревообрабатывающий комбинат представляют ветераны труда и молодые специалисты. В праздничном шествии принимает участие делегация Оленинского района. В составе делегации представители предприятий, учреждений, работники культуры и образования, члены молодежного совета, ветераны труды и молодые специалисты. Оленинский район – перспективный и динамически развивающийся район Тверской области. Среди градообразующих предприятий поселка – хлебокомбинат Облпотребсоюза, деревообработка «Экзот», «Любятина-2», производство «Пролет». Работают районные предприятия газа и электроснабжения. В
праздничном шествии представители Осташковского городского округа. За год своего существования он добился определенных успехов. Оборот крупных и средних предприятий вырос в 2018 году на 34%, что позволило занять седьмое место среди муниципальных образований городских округов области. Больших успехов добились молодые спортсмены округа. Ежегодно они участвуют не только в региональных, но и во всероссийских соревнованиях. На площадь вступает делегация Пеновского района. Достопримечательностями Пеновского края является церковь Иоанна Предтечи, памятник деревянного зодчества. В Пеновском районе родилась герой Советского Союза Елизавета Ивановна Чайкина. Совершила подвиг в годы Великой Отечественной войны на своей малой родине. В праздничном шествии делегация Ржевского района Тверской области, участники торжественной демонстрации, жители Ржевской земли, на которой к 75-летию Великой Победы будет воздвигнут Ржевский мемориал советскому солдату, освободителю народов Европы от фашистской чумы. Делегация Ржевский район шествует представители трудовых коллективов. Компании «Дантон Птицы Кром», акционерное общество «Комбинат строительных конструкций Ржевский». Свою историю предприятия началось с 70-го года. Приветствуем на площади делегацию Ромешковского района. Ура труженикам! Район талантливой молодежи, которая прославляет свою малую родину своими победами. Район созидателей, в котором живет трудолюбивый народ. С праздником, дорогие земляки! На площадь вступает колонна города Ржева. Колонне идут депутаты Ржевской городской думы. Мы приветствуем работников промышленных предприятий города Ржева. Электромеханика, комбинат строительных конструкций Ржевский, знатные хлеба, среди которых почетные строители Тверской области Морозова Любовь Вячеславовна и Шаврова Лариса Анатольевна, почетный пекарь России Андреянова Вера Анатольевна. Встречаем делегацию Сандовского района. Сандовский район является медовым краем Тверской области. На гербе района изображена пчела, как символ трудолюбия, неутомимости в работе. Только в Сандовском районе ежегодно проходит фестиваль меда и диких трав. Ура труженикам Сандовского района! На площадь выходят представители молодежи Сележаровского района. Сележаровская земля богата не только природными красотами, но и прекрасным поколением молодежи. О победах в греко-римской борьбе жители Сележаровского района знают не только в районе области, но и на всероссийском уровне. Нынешнее поколение сележаровской молодежи принимает активное участие в волонтерской деятельности. Сележаровская земля гордится своими детьми. Ура! С праздником 1 мая! На площади делегация Санковского района. Станция Санкова – крупный железнодорожный узел. Обеспечивает транспортное сообщение на Москву, Санкт-Петербург, Ярославль. Третья часть жителей поселка – железнодорожники. Ура! На площадь вступает делегация Спировского района. Спировский район расположен в самом центре Тверской области с численностью 11 тысяч человек. Основное производство в Спировском районе – это стекольная и пищевая промышленность. Стекольная промышленность представляет предприятие «Премиум Глаз», производит стеклянные изделия. В настоящее время на заводе трудится более 120 человек. Спировского района предприятие «Хлебокомбинат» производит хлебобулочные и кондитерские изделия. Мир, труд, май! Старецкий район встречай! В делегации Старецкого района представители общественных организаций, молодежные активисты, лидеры общественного мнения. Старецкий район входит в тройку лидеров среди муниципалитетов области. Старица, наш край родной, как гордимся мы тобой! Достижение и преимущество Старецкого района – это развивающееся сельское хозяйство. С праздником, дорогие земляки! В
праздничном шествии колонна Торжокского района, муниципальное образование Торжокский район, одно из крупнейших Тверской области. Главным направлением хозяйственной деятельности является сельскохозяйственное производство и перерабатывающая промышленность. В Торжокском районе полностью сохраняется сеть учебных заведений и культурно-досуговых учреждений. Большое внимание уделяется развитию спорта и физической культуре. С праздником, земляки! Сегодня в торжественном шествии, посвященном празднику весны и труда, принимает участие делегация от Торопецкого района. В составе почетной делегации представители предприятий, организаций, молодежного совета при главе Торопецкого района, сферы образования, культуры, руководители контрольно-счетной палаты и центра занятости населения Торопецкого района. Ура! Приветствуем делегацию Удомельского городского округа. Удомельский край – это удивительное сочетание современного производства и богатого культурного наследия. Традиции великих художников Венецианова, Сороки, Левитана, которые творили на Удомельской земле, продолжает Центр культуры и искусства «Дача Чайка». В праздничном шествии делегация Фировского района. Фировский район – родина преподобного Нила Столовенского, богат реками, озерами и лесами. Фировский район гордится успехами своих учителей и их воспитанников. В составе делегации Фировского района – работники предприятия «Баталинский лесопромышленный комплекс», ведущего по переработке древесины в Фировском районе. А сейчас встречаем по улице Советской с транспарантами и флагами, в прекрасном настроении и улыбками. На лицах шествуют представители города Твери. Тверь – столица региона, город воинской славы. В праздничной колонне работники законодательной и исполнительной власти Тверской области и города Твери. Сегодня главная задача государства – это создание достойных условий жизни и труда всех граждан. Первомай в Твери – это уважение к человеку труда, это дух коллективизма и чувство локтя, это идеалы, ценности и традиции рабочего движения. Только солидарность, сплоченность и добросовестный труд. С Первомаем, земляки! Ура! Тверь! Крупный промышленный, научный и культурный центр. Значимый транспортный узел на пересечении железнодорожной линии Санкт-Петербург-Москва и автомагистрали «Россия» с Верхней Волгой. Площадь территории нашего города более 152 километров. В праздничной колонне сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области. Министерство чрезвычайных ситуаций России всегда достойно подтверждало свою значимость для обеспечения национальной безопасности нашей страны и по-прежнему является самой оперативной службой. МЧС, ура! На площадь вступает колонна Заволжского района, самого большого района города Твери. Колонна возглавляет руководители района, депутаты Тверской городской думы, почетные граждане города Твери, кавалеры орденов славы, ветераны труда и руководители общественных организаций. В колонне идут представители творческих и трудовых коллективов района, машиностроения, химического производства, энергетики, строительства, производства строительных материалов, предприятий, пищевой промышленности, четырех научно-исследовательских институтов. Честь и хвала трудовым коллективам. Заволжский район с оптимизмом и уверенностью смотрит в будущее. Да здравствуют жители Заволжского района! Ура! На площадь вступает колонна трудового коллектива «Тверской вагоностроительный завод». Более 120 лет тверские вагоностроители создают современную железнодорожную технику, одноэтажные и двухэтажные пассажирские вагоны, инновационные электропроезда «Иволга», участвуют в производстве вагонов метро и трамваев.
Рабочие и специалисты более 400 профессий трудятся на Тверском вагоностроительном заводе. В 2018 году одноэтажный вагон с местами для сидения производства Тверского вагоностроительного завода стал лауреатом всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Был награжден высшим призом конкурса «Лидер качества» и удостоен звания «Золотая сотня». А двухэтажному штабному вагону с местами для сидения по итогам конкурса всероссийская марка «Третье тысячелетие». Знак качества 21 века присвоен золотой знак качества. На площадь выходят трудящиеся Тверской генерации. Это единственная теплоснабжающая организация в системе центрального теплоснабжения города Твери. К производственным активам Тверской генерации относятся 3 теплоэлектроцентрали, 3 котельные и 91 километр магистральных тепловых сетей. За 3 года к центральным тепловым сетям подключено 32 объекта, среди которых многоэтажные жилые дома, административные здания и важные для города Твери социальные объекты. Новая школа в микрорайоне «Юность» и детская поликлиника в микрорайоне «Южный». Также за этот период было переложено более 46 тысяч вагонных метров магистральных и распределительных сетей разного диаметра. В том числе капитально заменено свыше 2400 вагонных метров теплотрасс. Тверская генерация, ура! На площадь вступает Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тверской области – точное измерение основа качества и безопасности. С праздником, дорогие земляки! Мы приветствуем Тверь спецавтохозяйства. С 1 января 2019 года предприятие является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и осуществляет координацию всех этапов обращения с мусором. Чистому городу Тверь быть! На площадь вступает коллектив «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения». Это головное предприятие Корпорации «Роскосмос» по созданию новых и модернизации существующих железнодорожных средств транспортировки изделий ракетно-космической техники. За прошедшие годы на предприятии спроектировано более 1000 различных моделей и модификаций. За успехи, достигнутые при создании образцов новой техники, награждено орденом Трудового Красного Знамени. На площадь вступает Тверская государственная сельскохозяйственная академия, региональный базовый центр аграрного образования Верхней Волжи с более чем 40-летней историей. Осуществляет подготовку кадров для сельского и лесного хозяйства. Тверской государственной сельскохозяйственной академии, ура! На площадь вступают учреждения здравоохранения района. Среди них областная клиническая больница, ведущее многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение Тверской области, оказывающее стационарную и амбулаторную, специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь. В клинической больнице работают 13 заслуженных врачей, 37 отличников здравоохранения, 59 кандидатов медицинских наук и 10 докторов наук. Все сотрудники больницы дружно стоят на страже здоровья жителей Тверской области и города Твери. Ура, товарищи! Областной клинический перинатальный центр имени Екатерины Михайловны Бакуниной. Единственное в Тверском регионе лечебное учреждение третьего уровня. Перинатальный центр обладает всем необходимым для того, чтобы сделать процесс появления на свет маленького человека максимально безопасным как для новорожденного, так и для его мамы. Здесь проводят все виды медицинских обследований и консультаций, связанных с беременностью и планированием семьи. Оказывают специализированную высокотехнологическую помощь. Вносят большой вклад в улучшение демографической ситуации в стране. На
площадь вступает коллектив одного из старейших учреждений здравоохранения Тверской области – областной клинический и психоневрологический диспансер. В учреждении работают высококвалифицированные, опытные специалисты, психиатры, психотерапевты, неврологи, медицинские психологи, логопеды, социальные работники, медицинские сестры, а также технический и младший медицинский персонал. Всего 1226 человек. Ура! Городская клиническая больница номер 7. Многопрофильное лечебное учреждение. Учреждение имеет лицензию на осуществление более 145 видов медицинской деятельности и выполняет государственные задания на оказание государственных услуг. За последние 3 года основное внимание уделялось амбулаторно-поликлиническому звену. Открылся офис врача общей практики в микрорайоне Радужном. Детская городская больница номер 3. Ни один ребенок не должен остаться без квалифицированной медицинской помощи. Здоровье детей – здоровье страны! Стоматологическая поликлиника номер 3. Высококачественная специализированная стоматологическая помощь населению Заволжского района. На площадь вступает Тверской медицинский колледж, одно из старейших специальных учебных заведений Тверской области, которое готовит высокопрофессиональных специалистов для города и области. Ежегодно выпусками становится около 300 молодых специалистов своего дела. С 2018 года Тверской медицинский колледж вступил в ряды Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». На площадь вступают образовательные учреждения Заволжского района. 18 общеобразовательных школ, 34 дошкольных учреждения, которые посещают более 32 тысяч юных заволжан. Дети – это наше будущее, и каким оно будет, во многом зависит от педагогических коллективов районов. В праздничной колонии идут преподаватели и учащиеся. Учащиеся Заволжского района ежегодно становятся призерами и победителями олимпиад различного уровня по математике, физике, обществознанию и другим дисциплинам. Учащиеся Заволжья всегда славились не только победами в учебе, но и высокими спортивными достижениями. Поздравляем всех ребят и наставников с праздником! Ура школьникам Заволжского района! На площадь вступает Тверской машиностроительный колледж. Совершенные технологии, востребованные специалисты, будущее машиностроения страны. Тверской колледж имени героя Советского Союза Павла Кайкова готовит лучших профессионалов МЧС России. Заволжский район, как и наша родная Тверь, с оптимизмом и уверенностью смотрит в будущее. С праздником, Заволжский район! Мы славим Тверь, мы в ней живем, в нее мы свято верим. И в Тверь московский наш район распахивает двери! Тверь, в Москву дверь, так издавна говорят в Твери. И открыта эта дверь с юго-восточной стороны нашего города, в Московском районе, ранее носивший название «Новопромышленность». Дата его создания считается июль 1936 года. Московский район – это промышленное сердце города Твери. Сегодня в Московском районе живет более 120 тысяч человек. На территории района расположено 30 дошкольных образовательных учреждений, 16 школ и гимназий, 9 колледжей, 14 медицинских учреждений, 4 филиала библиотек, 4 учреждения культуры, свыше 1500 торговых и промышленных объектов. Шествуют представители творческих коллективов учреждений культуры района. Дворец культуры «Химволокно». Во дворце ведут свою творческую деятельность 44 клубных формирования, в которых занято более 800 человек.
За год во дворце проходит более 600 мероприятий. Двери Дворца культуры открыты для всех категорий населения нашего города. Муниципальное бюджетное учреждение «Досуговый центр МИР». На базе центра действует 24 клубных формирования. В них занимается более 1000 человек. Работа центра направлена на социально-культурное обеспечение жителей Московского района и города Твери. Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры Синтетик» поселка Химинститута является культурным центром поселка Химинститута. В ДК работает 36 творческих коллективов, в которых занимаются более 700 человек. Профсоюзные организации объединяют работников агропромышленного комплекса, промышленности, отрасли жизнеобеспечения, энергетического комплекса, образования и науки. Профсоюзом Твери ура! Тверское муниципальное унитарное пассажирское предприятие ПАД-1. Старейшее городское предприятие. Предприятие было организовано 1 мая 1948 года для перевозки пассажиров автобусами. С 1 сентября 2015 года в рамках оптимизации в сфере общественного городского транспорта полномочиями по организации перевозок городским автомобилем и электрическим транспортом переданы единому предприятию. Да здравствуют тверские работники муниципального общественного транспорта! Ура! Муниципальное унитарное предприятие «Тверьгорэлектро» уже более четверти века, начиная с 92 года, обеспечивает электроснабжение города Твери. Для освещения города в темное время суток установлено более 21 тысячи светильников, а протяженность линии электропередач составляет около 2000 километров. Сегодня Тверьгорэлектро совместно с администрацией города реализует программу модернизации сетей наружного освещения. Открытое акционерное общество «Мелькомбинат». Немало лет прошло после появления на нашей Тверской земле первых ручных мельниц до крупных заводов, главным наследственником которых стало в наши дни крупнейшее в области открытое акционерное общество «Мелькомбинат». Мелькомбинату наш первомайский привет! На Тверь, на площадь вступает Тверь-водоканал. Тверь-водоканалу ура! С 1 мая, друзья! Тверь-водоканал управляет системой водоснабжения и водоотведения города Твери с 2006 года и в настоящее время обеспечивает услуги водоснабжения и водоотведения нашего города. Управление Федеральной службы исполнения наказания по Тверской области является территориальным органом Федеральной службы исполнения наказания, осуществляющим в пределах своих полномочий правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений. Акционерное общество «Сибурпэт» – современное и единственное в Тверском регионе предприятие по производству гранулярного ПЭТ. Предприятие введено в эксплуатацию в 2003 году. Основным продуктом производственной деятельности предприятия является производство ПЭТ под маркой «Тверпэт». На предприятии действуют современные технологии и установки. Все способствует тому, чтобы работники предприятия чувствовали себя счастливыми. Тверской завод пищевого оборудования как производительная база был заложен более 20 лет назад. Один из крупнейших производителей хлебопекарного оборудования в России. Завод с каждым годом наращивает свои производственные мощности, набирает персонал, расширяет линейку производимого хлебопекарного оборудования. Сейчас на заводе работают более 100 человек. Завод активно сотрудничает с учебными заведениями и привлекает молодые кадры на свое предприятие. Молодая смена – залог успешного развития производства и процветания экономики в целом. Закрытое акционерное общество «Тверской экскаватор» берет свое начало с октября 1943 года. В 2007 году на предприятии была запущена первая очередь конвейера по выпуску экскаваторов. Ура!
Акционерное общество «Тверь Энергокабель» – это новое современное предприятие, созданное для производства кабельно-проводниковой продукции среднего и низкого напряжения. Общество с ограниченной ответственностью «Славкон». Тверская фабрика, крупнейший производитель зефира, пастилы и мармелада в России. За последние 3 года увеличило производство на 40%. Продукция пользуется спросом на всей территории России. Славкону ура! Продолжает шествие представители медицинских учреждений, сотрудники сферы здравоохранения. 6-я городская клиническая больница является крупнейшим лечебным учреждением города Твери и обслуживает население Московского центрального района города Твери, а также жителей Тверской области. Больница является единственной в городе Твери, оказывающей медицинскую помощь не только взрослому населению, но и имеет в своем составе педиатрическую и стоматологическую службы. Продолжают шествие студенты и преподаватели среднеспециальных учреждений района. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской колледж сервиса и туризма», основан в 1932 году. Колледж готовит высококвалифицированных специалистов для сервиса и туризма. Студенты колледжа – это победители чемпионатов профессионального мастерства «Олимпиад». Государственное бюджетное профессиональное учреждение «Тверской политехнический колледж». Многопрофильное образовательное учреждение, готовящее специалистов, рабочих и служащих среднего звена для отраслей машиностроения, транспорта, энергетики и радиомеханики. Тверскому политехническому колледжу ура! Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской технологический колледж», образован в 1944 году, готовит профессиональные кадры для строительства социальной сферы города Твери. За последние 3 года студенты колледжа занимали призовые места в региональных чемпионатах. Молодые профессионалы! Спортивных организаций Московского района. В колонии идут спортсмены Тверской региональной общественной организации Федерации дзюдо, мастера спорта, победители первенства и чемпионата России, обладатели Кубка Европы, мастера международного класса и молодые спортсмены. Будущие победители различных соревнований. Московский район гордится ими. На площадь вступает колонна пролетарского района города Твери. Пролетарский район города Твери – административная единица в составе города Твери, охватывающая западно, преимущественно промышленную часть города. Пролетарский район был образован в апреле 1936 года. Численность проживающих на территории района составляет около 100 тысяч человек. Само название района свидетельствует о том, что здесь сосредоточены важные центры индустрии. В Пролетарском районе расположено более 50 промышленных предприятий. Здесь работает много административных, образовательных учреждений города Твери, предприятий промышленности, а также строительного комплекса. На территории Пролетарского района расположено... Находится несколько воинских частей, в том числе аэродром Вигалово. Пролетарский район, уважаемые люди! В первых рядах праздничной колонны районные общественные ветеранские организации. Их цель – помочь и обеспечить достойный уровень жизни тем, кто защищал нашу родину от фашистских захватчиков, трудился в тылу и был предан своему делу и отечеству. Они вносят существенный вклад в общественную жизнь города, принимая участие во всех значимых процессах и событиях городской жизни. Дорогие наши представители общественных ветеранских организаций, вы очень энергичны и жизнелюбивы. Хотим сказать спасибо вам не только за вашу достойную жизнь, но и за сегодняшнюю активную жизненную позицию.
Желаем вам и вашим близким здоровья и личного благополучия. РЖД «Тверь» – самая крупная железнодорожная станция в городе Твери – Октябрьской железной дороги. Расположенная в городе Твери на территории Пролетарского и Московского районов – крупнейший транспортный узел Твери и Тверской области. Муниципальное предприятие «ЖЭК» – предприятие, отвечающее за содержание улично-дорожной сети. Ура! С 1 мая! Группа компании «Чистый город» – один из самых востребованных операторов в сфере обращения с отходами в Твери и Тверской области. Специализируется на организации полного цикла работ по обращению с бытовыми и коммунальными отходами. Сегодня Тверской промышленно-экономический колледж – это крупное учебное заведение, ресурсный центр, объединивший два старейших учебных заведения города – промышленно-экономический колледж и профессиональный лицей номер 15, и готовящий высококлассных специалистов по различным специальностям – дизайнеров, модельеров-конструкторов, бухгалтеров, техников по защите информации, технологов-конструкторов. Школа Пролетарского района – это богатый опыт коллектива педагогов школы и современные технологии образования. В настоящее время в школах реализуются основные и дополнительные общеобразовательные программы. Школа является культурно-оздоровительными центрами в районе, что дает возможность детям и их родителям активно заниматься спортом и реализовывать свои потребности в творческой деятельности. На территории района работают 15 средних общеобразовательных учреждений. В школах работают учителя высшей категории, которые трудятся на благо наших детей. 80% учителей имеют федеральные, отраслевые и региональные награды. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. На базе образовательных учреждений открыты музеи, посвященные боевой славе. В каждой школе есть отряды, которые принимают активное участие в военно-спортивной игре «Орленок». Учащиеся школ, активные участники Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам городского конкурса рефератов «Путь к успеху», открытие и многих других конкурсов. Пролетарский район – крепкое здоровье, крепкая страна. Приветствуем высококвалифицированных специалистов, способных оказать медицинскую помощь по различным профилям. В медицинских учреждениях Пролетарского района вы найдете оптимальное сочетание профессионализма, качества и чуткого медицинского ухода. Приветствуем клиническую больницу скорой медицинской помощи, поликлинику номер 1, родильный дом номер 2, стоматологическую поликлинику номер 1, Тверской геронтологический центр. Городскую поликлинику номер 8. Последние годы политика государства в области охраны здоровья коренным образом изменилась. Это связано с претворением в жизнь национального проекта по улучшению демографической ситуации в России. Здоровье людей является национальным достоянием. Быть здоровым, жить активно – это стильно и позитивно. Центральный район – сердце Твери. Самый молодой из 4 районов нашего любимого города. Его центр. Как здорово, что сердце у Твери молодое. Центральный район – исторический центр Тверского края. Именно здесь начиналось строительство Тверского края. Здесь представлено большинство памятников архитектуры, культуры и монументального искусства различных эпох. На территории района расположены региональные и муниципальные органы власти, законодательные собрания, правительство, городская дума, администрация города Твери, администрация центрального района. Здесь воплощаются в жизнь серьезные задачи сегодняшнего времени. Центральный район – добрые люди. В авангарде праздничной колонны – ветераны. Мы сердечно приветствуем представителей военного поколения. В первых рядах первомайского шествия – широкий круг энтузиастов, общественников, старшие по домам, представители домовых комитетов, представители ТСЖ. Приветствуем представителей управляющих компаний.
Муниципальное унитарное предприятие «Городской сад». Городской сад Твери образован в 1931 году и занимает археологически заповедную территорию разрушенного Тверского Кремля. Во время Великой Отечественной войны был уничтожен, а после войны перепланирован и посажен заново. Волжский пекарь – высокотехнологичное и динамично развивающееся предприятие по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. Волжскому пекарю наша первомайская «Ура!». У Волжского пекаря более 1000 партнеров. Это крупные оптовые фирмы, федеральные и региональные компании, индивидуальные предприниматели. На сегодняшний день продукция успешно продается в зарубежных странах. Общество с ограниченной ответственностью, торговая компания «Сам» представлена на рынке города Твери сеть ресторанов быстрого обслуживания, торговой марки «Чикен Хаус» и семейным развлекательным центром «Твериленд». Первый ресторан «Чикен Хаус» открыт в 2004 году в городе Твери. Сейчас сеть насчитывает 11 ресторанов. Продолжает наше шествие Тверская швейная фабрика, отметившая недавно свой 60-летний юбилей. История Тверской швейной фабрики берет свое начало в 1918 году. Ключевыми факторами успеха фабрики являются высокая компетенция персонала, использование новейших разработок, знание тенденций моды. На площади представители управления Федеральной почтовой связи Тверской области, Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России». Миссия управления Федеральной почтовой связи Тверской области – объединять людей. Почта представляет надежные и доступные услуги почтовой связи в России и по всему миру. Создает качественные рабочие места и стремится реализовать потенциал каждого из сотрудников. Первомайский привет Тверскому филиалу межрегиональной распределительной сетевой компании «Центра Тверэнерго». Энергетики «Тверэнерго» круглосуточно обеспечивают бесперебойное электроснабжение потребителей. В ведении филиала более 50 тысяч километров линий и порядка 12 тысяч трансформаторных подстанций. Коллективу «Тверэнерго» наш первомайский привет! На площади представители Тверского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком». Компания признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства. Приветствуем общество с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Тверь». Региональная компания по реализации природного газа всем категориям потребителей Тверской области. Сегодня это динамично развивающаяся компания. С 1 мая у вас, друзья! Ура! Сегодня в нашей праздничной колонии деловые люди, составляющие надежную финансовую опору Центрального района и города Твери. Поприветствуем представителей банков, отделения по Тверской области, Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. В настоящее время отделение «Тверь» наделено полномочиями по выполнению ряда межрегиональных функций. Обеспечивает функционирование региональных резервных фондов по хранению годных банкнот и монет. Приветствую представителей государственного бюджетного учреждения здравоохранения. Городская клиническая больница номер 1. Городское бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области было открыто в 1874 году. На площади представители государственного бюджетного учреждения здравоохранения детская областная клиническая больница является самым крупным детским многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением Тверской области. На площади представители государственного бюджетного учреждения здравоохранения Центр специализированных видов медицинской помощи имени Аваева. Начало работы диспансера положено в 1925 году. На площади государственное бюджетное учреждение здравоохранения детская городская клиническая больница номер 1. С 1 мая, друзья! Ура! 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 Всем медицинским!
медицинским работникам нашего города. Центральный район – визитка города Твери. Здесь создаются лучшие образцы благоустройства и культуры. Приветствуем на площади Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области, Тверской областной дворец культуры «Пролетарка». У Тверского областного дворца культуры «Пролетарка» богатая история, корнями уходящая в 19 век. Приветствуем государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области, Тверской областной дом народного творчества. Сейчас Тверской областной дом народного творчества ведет методическую, организационную и информационную исследовательскую деятельность по сохранению и развитию народной культуры. На площади филиал федерального казенного предприятия «Росгосцирк» Тверской госцирк. Днем рождения Тверского цирка принято считать 14 ноября 2024 года. На сегодняшний день Тверской цирк поддерживает единую концепцию развития циркового дела «Россия». На манеже Тверского цирка работали практически все самые знаменитые цирковые артисты России и цирковые программы из-за рубежа. Все эти годы цирк остается одним из самых любимых заведений наших жителей. С 1 мая, друзья! На площади представители государственного бюджетного учреждения культуры Тверская академическая областная филармония. Сегодня Тверская филармония – это серьезный профессиональный слаженный коллектив. Это творческий союз вокалистов, инструменталистов, работников разных профессий, истинных мастеров и настоящих приверженцев своего дела. Без их участия в наши дни не обойдется ни одно мероприятие в Тверской. Приветствуем представителей культуры государственного бюджета учреждения культуры Тверского государственного областного театра юного зрителя. В 1932 году открылся Калининский театр юного зрителя. Тверской ТЮЗ – лидирующий театр Твери и области. Его пространство – центр культурной силы и место объединения людей самых разных профессий, возрастов и взглядов. На площади представители государственного бюджетного учреждения культуры Тверской областной академический театр драмы. Приближается колонна Тверского академического театра, крупнейшего театра Тверской области, центра театрального искусства Верхневолжья. Артисты, работники театральных цехов, административная часть дружной семьей вышли поприветствовать 1 мая. На площади артисты государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области театр «Кукол». Уникальное учреждение культуры, единственный в Тверской области Тверской государственный театр «Кукол», основан в апреле 1944 года. Театр «Кукол» с 1 мая! Ура! На площади представители государственного учреждения культуры Тверская ордена «Знак почета» областной универсальной научной библиотеки имени Горького. Крупнейшее книгохранилище региона. На площади представители муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная городская библиотека имени Герцена. Муниципальная библиотечная система города Твери объединяет Центральную городскую библиотеку Герцена и 20 библиотек-филиалов. Приветствуем Тверской государственный объединенный музей. Шлем наш горячий, теплый первомайский привет. На площади представители государственного бюджетного учреждения культуры Тверская областная картинная галерея. Картинная галерея основана в 1866 году. Тверская областная картинная галерея – один из крупнейших и старейших художественных музеев России. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей. Детская школа искусств номер 1 имени Мусоргского. Школа открыта в 30-е годы. Почти все преподаватели школы ее бывшие воспитанники.
государственное бюджетное профессионально-образовательное учреждение Тверской музыкальный колледж имени Мусоргского. Тверской колледж отсчитывает свою историю с 36 года. В училище работают высокопрофессиональные педагогические коллективы и более 100 человек. Приветствуем представителей образования государственного бюджетного профессионального образования учреждения Тверской области Тверской колледж культуры имени Львова. Тверской областной дворец детей и молодежи. Дворец помнит свою историю, которая начинается в 37 году и бережно хранит традиции, что позволяет ему развиваться и двигаться вперед. Среди выпускников, артисты кукольного театра, театра, драмы и множество учителей музыки. Продолжают шествие представители гимназии средних школ Центрального района. Тверская гимназия номер 6. Инновационное образовательное учреждение, в котором реализуется личностно-ориентированное обучение, воспитание и развитие учащихся, склонных к умственному труду и творчеству. Многопрофильная гимназия номер 12 является инновационным базовым общеобразовательным учреждением Тверского региона. Межшкольным методическим центром Тверского областного института усовершенствования учителей. Здесь обучается более 1500 учеников. Многопрофильная гимназия номер 12. Средняя школа номер 16. Средняя школа номер 36. Средняя школа номер 14. Средняя школа номер 42. Средняя школа – надежная опора будущего Твери. Ура! На площадь вступают представители Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Тверской государственный университет. Тверской государственный университет – одно из крупнейших высших учебных заведений Тверской области. Основан в 1870 году, имеет крупную научную библиотеку, вошел в топ-500 рейтинга ведущих университетов мира. В праздничном шествии представители государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Государственный медицинский университет. Университет является передовым научно-исследовательским центром, который сотрудничает со многими зарубежными вузами и исследовательскими институтами. Тверской государственный медицинский университет успешно выпускает врачей по специальностям лечебное дело, фармацевтия, педиатрия, а также узкопрофильных специалистов. Идет колонна студентов и преподавателей Тверского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Девиз «Наши знания – наша опора». Ряды госслужбы пополним скоро. Тверской филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Единственный профильный вуз в Тверской области, который осуществляет подготовку кадров в области государственного и муниципального управления. Самый малочисленный по численности населения Центральный район, однако, является самым многолюдным в любое время суток. Центральный район всегда был и будет визитной карточкой древней Твери. С праздником весны и труда! Центральный район! Весеннему объединению всех тверичан! Ура! Давайте еще раз поприветствуем всех участников праздничного шествия, посвященного празднику весны и труда! На улицы выходит вся страна, и лозунги трепещут повсеместно. Да будет труд наш праведным и честным, да здравствует цветущая весна! Да здравствует мир, труд, май! Дорогие
горячи, праздничное первомайское шествие приближается к своему завершению. По улице Советской сегодня приняли участие тысячи тверичан и представителей муниципальных образований Тверской области. Приглашаем всех принять участие в праздничном концерте на площади Славы. Уже через несколько майских дней мы будем отмечать 74-ю годовщину.